Сегодня первая из долгожданных трех станций пришла из Турции. Станция мощностью 50 кубов в час, соответственно 1200 кубов в сутки. Это примерно тонна 800 кислорода, производимого прямого кислорода. Они будут подсоединены полностью ко всей больнице, но в первую очередь к Валиховскому корпусу. Мощность станции, одной станции, тонна 800, двух станций 3600. Поэтому две станции обеспечат потребности Валиховского корпуса, такого одного из самого большого в больнице, в котором находится 180 пациентов. Но не все они на прямом кислороде. А те точки, которые есть кислородные, 150 точек, они все сегодня в работе. Все в работе обеспечивают работу данного корпуса в инфекционной больнице. И, конечно, как вы правильно сказали, это кислородная зависимость от привозимого кислорода. Это серьезное подспорье для инфекционной больницы. Ожидаем приход второй станции. Сегодня мы монтируем первую. Вторая станция должна днями тоже прийти, и мы в кратчайшие сроки ее смонтируем. Электроподводка проведена, кабель силовой уложен. Все, что необходимо для включения, быстрого оперативного включения, мы подготовили. Осталось только сейчас ее краном снять с машины, опустить, и тут же пойдет наладка. На сегодняшний день на этой неделе мы установили и уже работает в нашей 10-й городской больнице, в 3-й детской больнице подключается кислородная станция, и мы ожидаем в ближайшее время вторую кислородную станцию в инфекционную больницу и 8-ю больницу. И наши все ковидные больницы будут оснащены кислородными станциями, и это независимость наших ковидных больниц будет. Там у нас оборудованы все больницы. На сегодняшний день 30 криоцилиндров установлены во всех наших больницах. И в ближайшее время в нашей первой городской больнице будет установлен еще один криоцилиндр на 3 тонны. Данную станцию начнут устанавливать уже сейчас. И мы рассчитываем, что в понедельник мы уже сможем подать кислород в отделение инфекционной больницы. К установке станции уже готовы фундаменты, также готов подземный трубопровод до подключения к существующим сетям. В настоящий момент нам необходимо расположить станцию на площадке, нам необходимо подключить компрессорное оборудование, также необходимо провести пусконаладочные работы станции, чтобы в понедельник, когда мы уже ее подключим непосредственно к линии обеспечения больницы, у нас не было никаких проблем. А также подключить к электричеству. А таких станций будет две. Вторая станция сейчас находится в пути уже. Станции будут подключаться сейчас в первую очередь в Валиховский переулок. В дальнейшем также она будет подключена на сеть всей больницы, чтобы при необходимости можно было подавать кислород во все отделения. Кислород с этой станции будет смешиваться при необходимости с кислородом из криоцилиндров и уже поставляться в отделение, соответственно. В случае, если производительности станции будет хватать, то смесь не потребуется. Скажем так, для Валиховского переулка производительности двух станций должно быть достаточно.